אותי לזה. הלכות פסח, ברוך השם, פרזיים מי. בשביל של פרוש הולדות שלי, נשות, חמש שעבר על הפסח. שלוי קטורי נפרדל חומסי, ונימן פרווה יבוא. ספורי זוות. ונימן ספורי זוות. После Песах. Такая же правило, если человек, который не продал хомес, у него нельзя кушать. Такое же правило, кто в магазине продал хомес, у него осур покупать. Осур покупать у него, потому что он не продал. Даже у Юта, это кошерный, он не продал хомес. А в магазине осур гитан. На какой срок, давай? Срок нету, нельзя брать, потому что он уже... Дайте говорить, пожалуйста. Гошка, я говорю, я знаю, что все ходит. Дайте мне говорить, дайте мне сопротивление. Урок иду. Если человек, который не придает хамес, он Туран держит. Туран держит. Раз он Туран держит, почему попасть нельзя? Он веки начал майм оставить. Он на кормитва, он будет работать правильно. Это магазин, который не продал. По какой-то причине. И своей причиной есть, что он забыл. Тогда можно все уже сжигать его, снова покупать материал с базой. Но если он еврей не продал, нельзя покупать его. Потому что он не продал. Это равносильно, кто ходит с хорсоди, ходит с телефони. Человек, который не продал хомеси, ты покупаешь, кушаешь его, ты кушаешь это телефон или велой. Поэтому каждый из нас, мы должны все, что у нас имеется дом, будет хомеси, это все нужно делать продавать. Мы уже говорили, как нужно продавать. Ставится в один шкаф и закрывается его, и продаем. Продаем его. Окей, дальше пойдем сейчас. Йохоле адам лимкор эт хамецо лагой кодем ха-песах. Вешув эйно хаяв лимьоаро, ואינו עובר עליו משום מצוות עשה של שבתו של מדכם ומשום מצוות לא נתעשה של לא ראוי חמצך ומותר לאכול וליהנות מן החמץ לאחר הפסח אבל אם לא מכר לכם חמץ לגוי אלא רק במילוי באמירת כל חמירה אסור למדברי סופרים מסכזה לצווה מספום לזה כדאי הפריבילאיו שבי בינו חמץ בה יבזל דסק כוסוק לבה Чуфтама, чеки не дам, чеки не дам, что я видел, что я нашел. Ох, да. Трон говорит, это хорошо. Но если не продал, это не считается. Скафу держишь хомеси. Ты сказал, чеки йофтам, чеки на йофтам. Понимаете? Ничего не сделал. У тебя хурда осу. Песах Б, Бади Песах, у тебя дома хурдан, а тут ты ничего продал. Понимаете? Поэтому есть люди, которые... А я говорю, что я говорю, геном генедам трамп, что рабы. Это люди, которые не верят Богу. Давра Кади вам хельбучи. А, о. Давра Кади. Да, что? Кому то рамы, да. Какое объяснение это будет? А? Какое объяснение это будет? Написано. То рамы их боят. Бахуан Абдия говорит, хомес на Боше. А говорит, хомя хомес. Я закрыл его на 10 замков. Это чей? Это мой или ваш? Его. Это мой. Я когда продам его, это уже не мой. Он имеет право к любой момент прийти и уйти. Но мы продаем по списку контракт. Все, это считается продали бы. Но если ходил, то они продали. А я посмотрел, 10 замков поставил. И он на меховом не застал какой-то бачок. Да, это замок дорогу. И что говорит? А, машины, мои встанки, мои чеки не дам, чеки не дам. Или хок шеве, то мы гинг в тюрьму зумдаре. Кай нафдаре. Ты когда продал уже?
Ты уже искал, больше ничего не нашел. Сейчас ты имеешь право говорить, чеки йофтам, чеки не дам, чеки халам, мысли хокшев, это можно. Понимаете? Поэтому Трон говорит, обязательно мы дали, мы должны его продавать. המוכר חמץ צריך לעשות כן קודם זמן איסור חמץ. הוא דרשני ווזלת דו איסור חמץ. איתה, הוא נדבוי את פרמיירה, פרידיאלי, כשיבשכו, הוא נעשי מעצב ורמיה, כדם משגעים חמץ, דו את הוורם דו שם ושגעים פרדת חמץ. לא מבודים ושגעים פרדבת את זה רנשי, ושסיבודים, זבתו ושגעים פרדבת. ושגעים זנאי כותב פסטלו שקב, Я документацию раба, я пишу, мой хамец будет, например, в кухне в таком-то месте. Или в подвале, или на крыше, или где-то. Все. Я продал его. Гусан Тинч. Я все ставил туда, закрываю, все уже продал. Все. Кайф рухты, эм проблема. Но до этого часа, который мы по неделе должны его сжигать, мы должны продать. Если не продал, тогда уже хочешь ты проблему. Как ты сказал? Сейчас. שערי לאחר זמן איסור כיוון שעשו בהנאה שוב אינו ברשות שיוכל למכרו. ושפוסי היטבה, תראי אם יש פרדבת. שואל אם יש פרדבת. תוכוזי העמי חומץ פוידו בורדנה מטרנטו. אוסור צבי העמי פוידו בורדנה. זאת אומרת, מה באתי פסחו אגר? האם אנחנו מכאן חורה? אוסור חורדה. יעני מי פרדבת דיבו. דנגי. אספוזו, נימי. יעני מי פרדבת דיבו מהי קרובי לבי סבקי. מאחוז פוידה בורדווי. פייטום קאז' זנאס, מדרשים פרדבת חומץ דו ורמי זז'גני חומץ. פי שעבירו חומץ? אם יהיו אוטרום. שאו קרים בו. אז כסיין בית שלום בירו חומץ. שאו, קופטים. פגועי סעתי, אשתונים נאונים תות דיים מזוזרים. פעמי הייתי. עוד דיית אבל מוזר פרדת. אגפוס יתאים פרדל את האישו Проблем будет сейчас вот с таким амметом. Он фрукт, а не чего уже это, не считается не мой. Не имею продавать, не имею права. Поэтому он говорит, «Бузман азин нагим нам коля хамец, мем цоуд, рабаним, шомрем, мишмей на кодыш». Сегодня как мы продаем сегодня? Мы? У нас имеется рабай. Каждый с ноги имеется рабай. Рабай делает листы. Как будто я с вами делаю договор. Я у вас покупаю ваши хамецы. Я иду туда, Я продаю большому другой рабаю. Другой рабай все собирает, весь кивинс, весь собирает самый город. Там берет узбека, который не еврей. Там делается с ним договор. Все эти листы, которые мы пишем, мы ему даем, продаем его. Продаем его. Раньше отдельно было? Понимаете? Нет. Поэтому это считается продажа. Когда вечером Ромда или Псхо уже. Песок Ромда. Автоматы после полчаса уже имеем право уже открывать шкафы. Давайте, стойки, будем оформить. Все, имейте продать. Что продали? Вы знаете, что продали? Бумажку. Контракт продали, да. Продать нет. Вам бумажку, вы книжку не дали. Ваши делали шкафы на каранта. Вы имеете после Ромда или Песок, а через полчаса открыть свои вещи. Понимаете? נשית חוזר עוד בגלל הגר, שווה לך סריסון מגמד, אותו לא חם מחורם, סביר חם מחורם הגר. עונת קרבית, יאשק צבוי חומסי, רן שברמיה, דאורייתא ונזיל פסח בחומס בורדה. אז פשוט שלום, חס ושלום, הייתה בשביל הפרובלמה. היית חם ולא פסחוי גרשי? פזלסת. חם ואני גם חם פדס תקום. הנה חוזר, זה לא נשאול מכולן. שווי רמי מפזן. נו מקוראן, קיים מקוראן לא, אוי בואי דבר עומדי, אסור להם לאכול דם, אסור להם לאכול דם, שוקי אני נרוש לי את הכונס, פסח, נעד שלי, מועד אוהל נבר עומדי, אני אסתה לבריד הזה, מועד נבר עומדי, מינימיים, מועד יקום, פרמייר נבו דורים, שמי מועד, זה שמי מועד. דה, תיבולי, בעצם הוא אגד, תדיק את חוזי, תראה, מיכאי קרבי, סרי סולבר, את איזנאי שתם, Это сварил уже, это 100% знак, что они Песах сварили. Уходи, вставай, уходи. Боягомщина, предбокия, хорио, осур хордан. Потому что он преждевременно открыл свой шкаф,
без права покупать обратно, он взял, еще плюс этому он варил во время праздника. Нет, для... Без хлеба делают, а? Без хлеба делают. Нет. Для хлеба в нем. Жалко, варить не имеете права. Варить не право. Да, я знаю, но они... То, что варит, имели право, я стал... Я имели право столы приготовить, столы. И сейчас постоянно бьем, имел. Мы ходим с хомом, амке, катарами, клон, но уставно. Остур, когда? Конечно. Олеки варит, когда бы? Я не имею права, человек, люди, шаббот, не имею права готовиться в ручи, как себе, бе? То, что такое правило, моет, бе? Люди, которые моет, не имею права пута в ручи, бью моет, бе? Пока ки моет, никто не бомдак, потом варю я. То, что такое, что вы бомды психобе. Потом говорит, אגר חוזיר, תונה פרוכת אגר, עמוד צוי פסחו לפרוכת אגר, עושו לה כתובה לבורדה, צ'וק הנרקור, ספקוי נבזה דיבוב, טואלית ברוסית. נא פרדוות, נא גובו קשובה, הנאה, העמים פוידה בורדן, נזענו. בעצם הוא, בזמן הזה נוהגים למכור, סיבות לברוך השם, ונסימי צרד ולמוד, שקוברים בו, פרדיום. לכי נסייה שהיא דוטוי כסך מגרן, אני חוזר, וזה חונושו, וזה וס חומסי, אני ותעסקו, צריך לתעסקו, כוסות, עושים מקרוני, פרמישלי, פיצ'ני, מיצ'ני, אורדו, חמש לא מקרסותי. טוב, סכוי טוב, אולי, כי דולי חונה בה, נסייה שהיא חומס נבוש, עשתה חומש, דוחת חומס עשתה. נסייה שהיא חומס עשתה, עשתה חומסי כי קטי, מורבב, כבע פרברנה, קלפטי, שקלטי. דורש דורה, חומסי דורה, קבע דורה, שקר פרמל חומסי. אתה אומר, אין לי פרובלמה. לא נעשה שחומס דסקסטם, זה מוסקי מייצר פרובלמה. ואתם אומרים, לודי, כתורי, בולשי, דרזו תורה, אני פסו, חומסי, אחרונה של חוזר, כושוי. בקרוני, בלמשל, מנטו, חמש אחוז יכול לזאת, ניכר אחוז זה נקי, תור, רוזי, פסחוי, חמי יגום, יצ'יל נמונה. אגב, מונדאג, מוזן דרזן, מוזן פרדבן, Но желательно, чтобы когда продавали хомес, ничего мучного не было. Ничего не было. Бер хомес и карди. Вдруг арьяк бутики хонам муж бромы. Муж бы где умер, а мы чиз бы хуран кто мне гадает. Значит, где-то что-то осталось. Окей, поэтому трогай, что хозяй, я ма чеки, дидам чеки на дида, это уже хок сюда, вы не отвечаете. Потому что проверяли, понимаете меня? Вы проверили. Все сделали, что надо было сделать, все закрыли. Ходи, и мы с вами якты ночи борду ходи. Пчене обдей траба кара. Только вы, что когда кара, взять туалет был, сидел хорос. Ага моет больше, ага трогать имеет траба. Душу дурат моет бы и забрать его. А, ходи, у меня находится дома, находится печенье. Трава мне не забрать, что нужно делать? Взять тарелку, закрыть его, до бронды пускоя, бади пускоя взять его, бросить туалет. А я хона паче боже, шинавай? А. Паче, хона паче, майда боже. Поэтому, вот именно на отроме, боя, аз что за куда, я говорю, что там он, ты дева, боль дева, а мы же бабина. Ксоя. Ксоя, а мы же бабина. А вот есть детские, там, йогурты, погурты, пасхальные? Все пасхальные. Все есть, сегодня нет такого, что нету. Это Америка. Все есть. Это не Союз. Все есть. Мы Окей. יכול אדם ללמוד שליח לחתום על שטר הרשות ומכור את עצמו חמצו. אימי פראבה, גם כאברום, ראו חומץ מנפרוש, אבג'י מנטו מועצתו פסבית לשום. אימי יש פראבה. רמנה תוי יוזר באותו. ברת אחיזון, ג'וני קיש, יו, אוקיי, פעני מה אני מין, נמיס, דפתר רגיל, נמיס, אבג'י מה פוצקו. את הרבותי. את הרבותי. דה. Поэтому есть такая лохо, что кто знает, что твои родственники продают, то ты продай. А везде это одна цена хомес продавать или кто как? Как это? Деньги не имеет точно. А. Чего деньги дает, ты просто я обратился до хобори. Деньги у вас никто не просит. Не, ну думал, что какой-то... Нет, нет, деньги не просит. Так, я хрометян, пробрый кирис обметян. А так мы ничего не просим. Поэтому агар хозит знать, что у вас и дедушка, и бабушка, и тетя не продает. Да, как вас снимем? О, продайте. Сам пишешь. А, да, вот, без адреса, дайте. Я его адрес не знаю. По телефону говорю, да, холяй телефон, адрес он чаевай. Что не холяешь? Мама хамки, я хам там, дурак, примерно. Взяли, холяй, мама хамки, что я фрушу. Чей фрушу, я не холяешь?
Гарнитура. Гарнитура. Хомесе фружино. Машина. Машина. Болишта фружино. Машина амбер хомес кем да дека. Да, оле ме хоне. Нешто. Ви холе дам на мнот шо ние лехтом ал штар ал шуд им кор עצמו. ולבד שיהיה ראוי לשלחות, אבל חילה שוטה קטן שאינו בן השלחות, אינו יכול. נכון, אם שוטה, שוטה שוויים, אני מג'ור, דורי דרות משה. עוד אם יבצים מיידה. עוד אם כי, אחר שקורא לו מגרות, לא גום, בוא, או תולים אותנו תוקרה. קריא שפייך. נהיה, מוקטינים או שפסה את דיבות סבאים, פסטמיטר. תות של הקטורי, פולנצנדי, המטרם גם בסושי, אברום וניסוח, פרדתי עם סמר חומסי, פרדו שיאן החשוד דליקו, אליאן הרבותי, והוא פרדת את זה. אליאן זביל, באמתי. תראו שאתה קודם מוזיאס כזה לבית, ועוד מוי עדת, בואי טלפון, זה פשיט, ועוד פרדתי עם מוי, אתה חומס, אין פרבלמה, מוזר. נוח תוך היה, אני אבטא עמדה מושדם לסתי, וזו נשנה בואי פרדבה, את חומסי, שאתה בדו פסחוי שווה. הוא חילה דומה עשה, חומס נפרוס Раба, если вы даже хомес продали и продолжаете дома кушать хомес, это пойдет, что можно, можно такое? Коммунисты продают. Да, да. Запрос был, я продал сегодня, продал хомес. И мне продолжали кушать дольше Псхо. Да, я проблема. Да. Я свой хомес продал, я знаю, что что останется хомеси, я поставлю в шкаф туда, поставлю. Понимаете? Имеешь право кушать дальше, чем проблема. Кудрав Василий, дек тва. Магам, дек тва хомес ер. Стоим зонда. Подожди, мы идем стаб-барставе, не могу прыгать. Мы сейчас идем стаб-барстав. У нас уроки целый месяц, мы должны знать, что барстав. Хозяин, это мы должны знать, как хомес продается. А мухин хамец на хон, шизаэль шало, ямкор, эткали, а хамец шебето. О, здравники, я продаю хамец. Хамец шевай, любая питательная вещь. לכי מדרום דגי חומסי, טווח של החומסי, טווח של החומסי, עשר עוזר, בוא דגי תוכל נפלו שבוע, מה נשבע, דגי טווח, יא נפישו, דגי טווח מנה, יא פרסו, מוי חומס נכון צריך את הכל משקפו, דגי ידי, יא נגמר לי מוי דגי גם יחתר לדבר גם תשובה, אגר יכול להיות דגי תוכל נפלו, תיאגר, בעדי פסחוי יחמד דגי רבה עשרה אחלו כאן נכון. Потому что он уже это было, в руках гой был это. А там все гой говорит, там были любой деньги, только бы оттуда остальное не было, а это кашрут куни. Предметы питания, да? Да, мы не продаем, мы деньги, тогда кошок не продаем. Мы просто продаем, чеки хомес дорам продаем, но мы не говорим деньгам. Чизы хорогори. Да. И приезжаем на все, кейни старин, это ло, ахара песа, мифрит, ара, кодин, чем бояться, сынами не бурде, מחדר הוריד, עשינה ברורים בו. דאז הוא הנה עולה בטלפון נפוחתה. תורה מגבוד הנה, הוא ג'רס בדסי גוי דרום דג עם ברום דג, הנה בועד מחברי. תומוי מול דורי וזבקה, המטרה בועד הוא ברורי. לכן עם כל רג, את החמץ שדברו בתפנות הכלים. מה מפרושם צ'קי חומס דורם, צ'קי חומס דורם, יא פרדיו, תות חומץ. אוקיי, המקומות שמנחים... למה זה היה? הלל. 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 המקומות שמניחים, שמונחים בהם דברי חכמים של מכל לגוי, צריכים להיות מקומות שאינם רגיל ללכת לשם, כדי שלא יבוא להשתמש בהם בפסח. רב נקי, גג'ום עולם הצוי פסחוי מה, צוי חומץ מה. נתו מסטק דתני ללמוד שפייתי. Например, у кого бесмен, он туда не заходит, у кого веранда, у кого там на чердак, у кого нету, да поставь мне. В квартире. В квартире поставь. Самый хороший вариант поставь. Самый хороший вариант поставь туда, где твоя нога туда не ходит. Это может на веранде. Или там, где в другом месте. Но нету, окей. Мы ставим в любом месте, дурачков бы. Что нужно делать? Трогай меня, это будет боят, махкамку, килича, бардо. Чего бардо?
Не, ты когда придешь открывать, клиент такой, ага, вспомни, что я псхал. Песанец открывать не будешь. А я клиент эту клеит, что мы делаем? Мы пишем вот такую клейку, Песах, осторожно. Мы не открываем. Нечаянно, возможно, хона бэр. Возможно, хона шош доти. Знаешь, что ты не стал. Я узнал, что доти не сам бачил доти. Чтобы не было проблем, чтобы не открывали. Поэтому самый вариант хороший поставить его, сколько можно далеко, и закрыть его. А если не, можно его закрыть этим заклейкой. Скотч. Им эйна аронот, мафтеях, и дадвиг алейм ния, ихто алав хамец, шегу в тимо. Если у тебя нет ключей, ты имеешь право заклеить какую-то клейку, написать хамец. Чтобы я знал, что я 8 дней эти шкафы не имею права открывать. Это не мое. Это уже я продал. Гойбе продал. Это его. Им ло махад хамец лагой кодем песах. Эл арад ифкиро убитло. Эйн зо моил. Человек не продал хамец. Что он говорит? Мой хамец, что находится, пускай кто хочет, разбирает. Я ему говорю, эфкер. Эфкерки, я даю разрешение, пускай кто приходит. Забирает. Второй век это не считается. Твои слова не помогают. Примали хамец, ахал аписан бана. Второй век хозы, осу. Шеха шошу, ахахамин, пен, ярим, и ума, шевкиру. О, шем, малу, апкирену, кулем, шалем. Наши мудрецы, знаки мумитарсим. אגב מוחוזי וגויים, ובכך הם יגויים, יצפת, יבוא מיוקר, נהפת הרבה ניבוד דיל. ואני יודע שהוא חושב שזה זבודות. פייטון, אבקר לעשות כי יא, אבקר צ'בא, פרימרת, גם דם פרימר, יא בטסקו בצבוי, סטו קילגרם פצ'ני, סטו לנאולוס, כתו חוש זבירי, ולי חוש זבירי, ואני מת פרו גבי נשבו. יש כאן יש פסטר. אבקר, תושת הכושה, זכות, אוי, у меня дома находится 200 грамм печенья. Кто хочет забирать? Все заходят забирать. Ты не имеешь права гавздамба. Ты уже дал разрешение эфкер. Эфкер это не мой. Но Хазар говорит, мы боимся сказать, он привыкнет. Я кто хай мёкну, один сон мёкну, на 7 сон уже он не сделает. О, что нужно делать? Продавать. Только продавать. Ты продаешь хамец, ты выходишь от всех своих проблем. מכל מקום, אם ביטל אל חמץ, יפקידו קודם הפסח וגם היה אונוס או שורק, וזה שלא מערו, יש להכיר במקום הפסד מרבה להתיר חמץ אחר הפסח. יש סגר דרוג שבו תזל, תופתקי, צ'קק בגרה. ותראה נבו לתקוע בזמוז'וס, אלי תם שתות הסלושות, הוא אומר, אה, מוז'נה, חי בדי, וי בדי פסחוי נה, חורדם, ולכימי, 100% פסיקדה, אבל פרדיום, אם פתאום יבוא אם אין פרם ואספוזת בדי פסח לא. לכן אם הוציא החמץ ברשותו, בפקירו בפני עדים, באופן שאין לחוז להרימה, יש להקל לזו לחזור ולזכות בחמץ לאחר הפסח, במקום שיש הפסד מרובה. עוני פרדה, עוני גיד ועוד, אם אין צריך לשכח, דבר סיבית שלהם, הוא דבר סיבית שלהם מידה. כן, כי מגיע, פריחו את הבירי, זה פשוט חוזה בירי. Два свидетеля. Понимаете? Если он не продал, говорит, окей, оно или отже, можно его потом его использовать. Но это нехорошо это. Даже у него свидетель есть, он поставил, пожалуйста, как мне говорит, ты бутангера. Кроме если у него будет большие, это эфсед, проигрыши, у него было два человека, что они видели, он сказал, я свои вещи поставил, кто хочет забирает. Здесь, говорит, если он не продал, можно его использовать. Потому что у него два свидетеля есть. И второе у него это большое, большое это растраты. Он говорит, можно. То уши батэр хамэзо, таалуэ, дворим, ахерим, амутарим, ахара песа, им еш шефэк, им ото давар махар о хамэц, еш лаакел, зкот бо, лахара песа, эфилу, шелок, меком, сын мурбэ. Один сон, вот это самый хороший вариант. Не заходите, дуре проблема. Поставить туда, я беру все свои вещи, ставлю в шкафу, или веранды, или подвал,
или на боли, боли бомба, где бы не было, сколько можно далеко поставить хомец от, от руки далеко? Но у нас нет такого возможности, мы что ставим? Мы ставим дуру Ошхонаба. Ошхонаба берем, цой хомеце, хамеше якжаймоним, цой псхоя, якжаймоним. Понимаете? Поэтому мы устроим, закрываем, манна хомеру на хоу, эбинама. Бамбе янджол, хомеце бат фруша. Скажите, пожалуйста, да. Детям, если они просят хлеб, брузы псхоба, да. Можно кушать? Как вы думаете? А? Как вы думаете? Где хлеб взяли? Но если просит ребенок, дай мне булочку да. покушать, где должен покушать? Если вы не имеете права хлеб из маца. С детства надо приучать. Маца, астаг, маца, и тхуми, астаг. Ни в коем случае. Его душа и ваша душа такая же, ровно такая же часть самого. Вы получили свою душу от Всевышнего, ваш внук получил от Всевышнего. Мы за них отвечаем. Мы за них отвечаем. Если он вдруг пошел на улицу, взял у других наций, покушал хлеб, мы не виноваты. Но если я, как вроде папа или мама, я даю детям хомеси, я отвечаю за него. До 13 лет. А? До 13 лет. Да. Нет, до меньше, до хинух 6-7 лет. Уже он понимает, понимаете? А я бачу, хоть хочешь рафта, а я хочу хорде, хоть чтобы он де урона карта. Уже он ничего не обязан. Понимаете, он не обязан еще. Но я лично, даже бачу, или шильма комбе, мы даем молочным все, ОЮПИ. Все должно быть пасхальное, чтобы нахи худам, нахи бачом, а ми псхо, בעלה, בוא חומץ נברן. אלה הם בזכותי המתאום ברכות, סליחה. עוד נשאר טובה, רפואה שלמה, סליחה בניגה.